Всем привет! И сегодня в ремонте электронная книга Onyx Book M92SM. Диагноз у этой читалки очень простой – не работает джойстик. Если не работает джойстик, значит нет возможности выбрать книгу. А если в электронной книге нет возможности выбрать книгу, ну вы понимаете. Чтобы разобрать электронную книгу, на нижней части нужно выкрутить два винта. Затем нужно извлечь карту памяти и заднюю крышку потянуть вниз. Джойстик припаян к материнской плате, и на просторах интернета я не смог найти аналогичную запчасть. Сам джойстик припаян к текстолитовой плате, а плата приклеена к корпусу. Кто-то очень старательно переключал страницы, и почти все контакты джойстика были оторваны от текстолита. Осмотрев все контакты, я приступил к пайке. К сожалению, из-за неудобства одновременной пайки и съемки мне не удалось заснять процесс. Аккуратно пропаяв, я осмотрел место пайки. Затем, отмыв флюс, я приступил к проверке. Джойстик благополучно заработал, я решил его надежно закрепить полиморфом. Все, джойстик надежно закреплен. Ну а на этом ремонт я считаю оконченным. Всем спасибо за просмотр, а я пока почитаю.